Доклад министра не впечатлил общественников. На заседании Общественной палаты региона министр культуры Светлана Краснощекова отчиталась о том, как в области проходит год литературы. Чиновник рассказала, что за несколько месяцев провели десятки творческих вечеров, литературных чтений и конференций. Заслушанный доклад вызвал у общественников массу вопросов и нареканий. У министра поинтересовались, как повлияли все эти мероприятия на увеличение потока читателей. Оказалось, что практически никак. Читать саратовцы больше не стали. Светлана Краснощекова пыталась переложить часть ответственности на Министерство информации и печати, утверждая, что ведомство не выделяет нужных средств на печать книг саратовских писателей. Но общественники уверены, что Министерство культуры недостаточно эффективно действует в плане популяризации чтения. Я вам простой пример могу сейчас привести, что бы можно было сделать, если на вашем месте. Вот у нас правительство области, самые разные перед заседанием правительства проходят выставки. Сельскохозяйственные, промышленные и так далее. Возьмите, организуйте выставку перед заседанием правительства книжные. Книг, которые издаются нашими издательствами, которые выпускаются нашими писателями. Также председатель Общественной палаты посоветовал министру продвигать саратовских писателей и активнее популяризировать чтение. Ну а начать надо с элементарного, с ремонта библиотек.